хочу добиться успеха, деньги, женщины, власть. С чего мне начать? То есть какой первый шаг должен быть, чтобы начать двигаться в нужном направлении? У меня есть цели. Что нужно сделать, чтобы начать их реализовывать? Мяу. Мяу. Женщины, деньги, власть, успех – это раз. Человеку, который задал этот вопрос, не тебе, дорогой мой друг, а который его зачитал, я бы советовал сначала имплантировать себе мозг. Потому что, судя по всему, ты думаешь жопой. Нельзя одновременно быть успешным во всех областях. У тебя всегда происходит развитие в одной области, ты подтягиваешь остальные под этот уровень. То есть ты развился как бизнесмен до дохода мелкого, например, до 1 000 000 рублей в месяц. И ты подтягиваешь власть, женщин, что там еще было, успех. То есть ты пойми, что парней с доходом даже 1 000 000 в месяц в России очень мало. Женщины как-то сами вокруг тебя начинают нарезать круги постепенно сужающегося радиуса. Хуево знает почему. Ты, наверное, становишься для них очень привлекательным парнем. Особенно если ты у себя ВКонтакте, ты начинаешь выкладывать, что ты ездишь на Феррари, что у тебя дом в центре Москвы и бла-бла-бла. Как-то вот все хорошо становится. То есть не бойся показывать, что у тебя все хорошо. Со властью, все то же самое. Ты пошел во власть, внезапно потянули женщины и бабло. Тоже непонятно почему. Ты пошел по женщинам, у тебя нет ни бабла, ни власти. Вот за это я могу ручаться.